Будь ласка, пару слів буквально, Андрій Спаський, і рухаємося далі. В мірі существують 4 вакцини. Це Pfizer, Moderna, Sputnik 5 і англійська вакцина. Sputnik 12. 12. І англійська вакцина. Все они на... Джонсон и Джонсон є. Ну, основные. Ну, давайте основные. Не будем говорить одночасно. Ну, да. Хорошо, основные. Они проходят все этапы своей сертификации и так далее. На третьем этапе сейчас на первом месте стоит спутник, который был задекларирован. Да. Не. Смотрите. Второе. Неправда то, что говорите вы. Неправда заключается в том, что вы говорите, что украинцев провакцинируют. Это неправда. То, что нам будет поставлен Pfizer на 8 миллионов доз, это 4 миллиона населения Украины будет вакцинировано. 4 миллиона это 5%. Чтобы бесплатно. Вакцина бесплатно, хорошо. Чтобы вакцина эффективно действовала, надо вакцинировать сколько? Примерно 75%, да, населения. Нет, чтобы 52. Остановить... Сколько? 52. Пан Андрей, 52. Ваша позиция, ну, хочется почути. Позиция короткая в том, что опять включилась политика, обманут же также украинцев относительно повышения зарплат, пенсии, врачам, учителям, также обманут их с вакциной. Вакцинацию никто не получит в следующем году однозначно. Потому что то, что предложили, говорят, российскую вакцину, предложили выпускать в Харькове на украинском предприятии украинскую вакцину. И предложили, берите, выпускайте, вам рабочие места, вы ее можете продавать. То есть Украина, кроме этого, сможет ее продать и заработать деньги.